Уславім школу «Гомель. Пам'ять». Радок з вірша випускників 1939-го став сучасним девізом школи номер 21. Успаміни, фотоздымки і записи одного з самих сябровських класів годов Великої Айчинної собрані у музеї школи. Які ще цікаві історії зберігаються на поліцах музея, довідувалися наші кореспонденти. Экскурсоводы музея – юные шестиклассники. Яны с энтузиазмом рассказывают истории, якія зберагае школа. Яніна Кнышева сопровождает одногодка у достенда Ларисы Дзікун, первого директора сучасной 21-й школы. История жанчыны особливо отгукается у сердцах детей, бо на момент початку войны она была, як и сучасная вучаница у шестом классе. В шестом классе она пошла сначала в медсамбат, а потом в полевой госпиталь. У нее есть много различных медалей. Она очень любила поэзию, могла несколько часов подряд читать или писать стихи. В шестом классе было ее первое стихотворение. На период керования школой Андреем Боголюбским выпал кривавый отрезок истории. Вороги захопили установу и переформировали у конницу. При отступлении оккупанты спалили школу, але уже 1 вересня 44-го года она снова отчинила свои двери. В 1944 году, летом, Андрей Алексеевич Боголюбский начинает формировать состав школы. Он начинает приглашать из всех выживших учителей и начинает достраивать школу. Некоторые учителя приносили много материалов – стекло, доски. Так как стекол был дефицит, некоторые окна были забиты досками. Было установлено печное отопление. Палова музея школы – импровизованная землянка. Тут сберегается все, что потребно для разумения болю и горечи кривавых годов истории. Медали, портреты, предметы обихода, а так само приглушное светло – все это створяет особливую реалистичную атмосферу. Воспитание патриотизма и гражданственности является важным фактором для развития и формирования личности. Вот знаете, как дерево своими корнями подпитывает крону, так и любая нация держится на традициях и истории. Самым ценным экспонатом музея лечится «Зеленая книга». На ее сторонках смещена информация про самый сябровский класс. Это выпуск 1939 года. На пожелклых листах успамины про суместные сустречи, верши про любимую школу и наставников. Экспонаты музея – соправдная энциклопедия патриота. Яны вучать дружелюбности, мужности, стойкости и любви до родной школы и родимы. Татьяна Пимененкова, Ирина Дробышевская, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».